Торгово-производственная фирма «Трехсельская» как экспертное учреждение работает с 2009 года, и уже три из них на рынке туристической индустрии. Компания осуществляет свою деятельность на территории всей России. В штате только профессиональные эксперты, которые помогут вам в квалификации гостиниц и иных средств размещения, квалификации пляжей, сертификации, проектирования и сдачи гостиниц в эксплуатацию. Только за прошлый год более 100 объектов доверили классификацию данной компании. Наша компания объединилась вместе другими центрами классификации Волгоградской и Саратовской области, создали единый центр содействия классификации. Это такие компании, как «Эксперт Отель» и саратовская компания «Курорт Экспертиза», компания «Экостарт Групп Татарстан». И на сегодняшний день центр содействия классификации – один из мощнейших организаций, центров по проведению и предложению услуг гостиницам и иным средствам размещения. Центр содействия классификации предлагает полный комплекс сопровождения гостиничного бизнеса. От проведения пожарного аудита, расчета пожарных рисков, подготовки и регистрации экологических паспортов, разработки паспортов безопасности. То есть весь комплекс, который необходим для стабильной работы гостиниц и иных средств размещения. На сегодняшний день также продолжает действовать 108-й федеральный закон, который определяет для гостиниц и средств размещения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, где проводится чемпионат мира и Кубок Конфедерации, обязательный порядок прохождения классификации. То есть до 1 июля 2016 года субъекты Российской Федерации, в том числе и Краснодарский край, где проводится чемпионат мира и Кубок Конфедерации, в обязательном порядке должны пройти полностью классификацию гостиниц. А в случае непрохождения классификации предусмотрены административные штрафы, вплоть до приостановления деятельности гостиницы. Группа компаний «Центр содействия классификации» дорожит своей репутацией, поэтому является надежным партнером. Запоминайте адрес: город Краснодар, переулок Ленинский, 19, офис 3. Телефон в Анапе 8 918 126 2302.